Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. И сегодня у нас очередные раритетные киндер-сюрпризы. В прошлый раз многим из вас понравились старые киндеры, и вы выразили желание, чтобы увидеть их еще. И оно совпало с моим желанием. И вот он, новый выпуск. А еще я подумываю сделать эту рубрику постоянно и выпускать такие видео каждую неделю. Как вам такая идея? Если вы за, поставьте лайк и напишите комментарий. Ну а сегодня нас ждут три коробочки-тройки с сериями «Тачки», «Шрек» и «Цыпленок Цыпа». Очень интересные киндер-сюрпризы. Давайте начнем с серии «Тачки». Это киндеры 2007 года. Вот она вся коллекция. Немножко помялись. Но они очень старенькие. Шоколад, конечно, уже несъедобный. Попалось что-то разборное. Интересно, что это? Это серия самолетов. У меня собрался вот такой пластиковый розовый самолет. На нем очень много наклеек, на крыльях, на борту, на хвосте. Есть номер даже, HG5. Что мне понравилось больше всего, так это то, что наклейкам 10 лет, а они клеются идеально. Российским производителям бы поучиться делать наклейки, а то недавно смешариков собирал, очень измучился с наклейками. Давайте открывать следующий киндер-сюрприз. Этот уже целый. Тоже что-то сборное попалось. Это походу второстепенная серия брелков «Тачки». Точно такая же была киндера «Губка Боб» в прошлом выпуске. Сейчас все это соберем и посмотрим. Получился вот такой вот пластиковый браслетик с защелкой. Можно куда-нибудь его повесить. Он выполнен в виде логотипа «Тачек». И здесь изображена Салли, главная героиня первого мультика. И остался последний киндер. И надеюсь, тут будет основная серия. Нет, тут кто-то насастый попался. Ух ты, какая прикольная серия кротов, которые отдыхают на пляже. По мне, так эта серия еще интереснее тачек. Великолепная пластиковая фигурка кротихи в красном купальнике. У нее есть доска для серфинга, а под доской ружье для подводной охоты. Опасная женщина. Также у нее есть запасная стрела, привязанная к ноге. Игрушка выполнена очень качественно, классно выглядит. Кстати, из этой серии мне прислали еще вот такую игрушку в подарок. Я думаю, с какой она серии, теперь я знаю. Это у нас крот, который плавает под водой с трубкой. А также у него вылазит из спины плавник, и он может притворяться акулой. Главное, чтобы его эта кротиха не подстрелила из ружья. Классная серия игрушек. Следующий у нас будет киндер-сюрпризы «Цыпленок Цыпа». Это серия 2006 года. Из первой коробочки мне больше всего понравилась кротиха. Вот они, киндеры. Вроде все целые. Яйцо уже полностью покрылось налетом. Так, аккуратненько извлечем капсулу. Какая-то тачка попала. Серия машинок, состоящая из четырех игрушек.
Это автомобили компании Smart, которые выпускают особо малые машины, то есть малолитражки. И мне попадается Cross Blade. Вот такая машинка, черно-серого цвета. Это у нас маленький двухместный кабриолет. Колесики у него крутятся. Давайте открывать следующий киндер-сюрприз. Этот немножко помялся. Главное добраться до игрушки. Ага, попалась основная серия цыпленок Цыпа. Вот такие тут классные игрушки. Всего их тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 фигурок. Здорово. Все они выглядят очень классно на вкладыше. Вот бы вживую на них посмотреть. Инопланетная семейка четырехногих, трехглазых пушистиков. Тут вся семья. Папа красный, желтая мама и оранжевый малыш, который сбежал в мультике, и они его искали. Хотелось бы мне еще из этой серии найти вот этого цыпленка Цыпу и вот эту прикольную рыбку в шлеме. Давайте открывать последний киндер из этой коробочки. Фольга не хочет отставать от шоколада. Ну, попробуем разломать. Что-то интересное. И я собрал вот такую интересную игрушку. Здесь человечек в защитной черной каске болтается на перекладине между двух колес. На колесах шли наклейки. Забавная игрушка. Давайте попробуем ее покатать. Осталась последняя коробочка. Это у нас Шрек. Киндер-сюрпризы 2008 года. Ух ты, шоколад почти как новый выглядит. Но внутри он совсем желтый. Кто-то тут улыбается на наклейке. Разборная игрушка. Попалась вот такая странная серия. Не знаю, что это такое. Какой-то замок. Судя по тому, что здесь есть волшебница, это волшебный замок, есть король с королевой, стража и шут. И вот такая пластиковая фигурка тут получилась. Это у нас шут в синем колпаке и с бубном. У него также есть колесики. Он может кататься. Очень веселый и довольный. Только непонятно, почему у игрушки одна голова. Может быть, вы знаете эту серию? Напишите в комментариях. Давайте открывать следующий киндер-сюрприз. А здесь, похоже, основная серия попалась. Серия Шрек состоит из 10 фигурок. Шрек с Фионой, осел, это злобный принц, волк прикольный, дракон, поросята, кот в сапогах, капитан Крюк и печенька. Фигурка принца Чарминга, сына феи крестной. Он был очень противным в мультике. Стоит, облокотившись на большой меч. Также у фигурки есть подставка. Выглядит игрушка классно, сделана качественно. Какой у него недружелюбный взгляд. Очень хочется посмотреть на Шрека из этой серии. И остался последний киндер-сюрприз.
Что же он нам принесет? А принес он какой-то брелок. Серия брелков по мультфильму «Губка Боб. Квадратные штаны». Мне уже такая попадалась в прошлом выпуске. Пластиковый брелок на цепочке с застежкой с персонажем мультика Белкой Сэнди. В прошлом выпуске мне попалась точно такая же игрушка. Так что теперь у меня есть первая раритетная повторка. Вот такие классные игрушки мне попались во втором раритетном выпуске. Больше всего мне понравилась серия кротов. Она очень прикольная и забавная. А вам какая игрушка больше всего понравилась? Напишите в комментариях. Если вы хотите, чтобы эта рубрика стала еженедельной, то обязательно поставьте лайк под видео и напишите комментарий. Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно жмите на колокольчик. Делитесь этим видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку. Сегодня без шоколада.